Всем привет! В этом видео я вас научу, как обвязывать скатерть. Все элементы мы, мотивы, связали. Малый мотив, большие мотивы и полумотивы. И соединили. Если у вас на этом этапе все готово, то уже можно обвязывать нашу скатерть. Следующий ряд у нас состоит из большого количества воздушных петель и столбиков с двумя накидами. Если показывать в процессе, немножко неудобно, непонятно. Поэтому как бы со стороны уже, чтобы вы разобрались, в каких местах соединять, в каких местах делать столбики с двумя накидами. Вот сейчас покажу. Итак, край нашей скатерти состоит у нас из больших мотивов и полумотива малого. Вяжем мы цепочки из 10 воздушных петель. Все прям по краю мы вяжем цепочки только из 10 воздушных петель. Обвязываем мы по краю, как я уже сказала, цепочкой из воздушных петель и соединяем. Вот наш большой мотив. Между двумя полумотивами у нас находится 3 свободных веера. 1, 2, 3. Именно в вершинах этих вееров мы соединяем наши цепочки из воздушных петель. То есть вяжем 10 воздушных петель, соединяем с первым веером. 10 воздушных петель соединяем со вторым веером. 10 воздушных петель с третьим. 10 воздушных петель и соединяем столбиком с двумя накидами, с тем веером, который у нас соединен с полумотивом. Он у нас занят, но у него есть крайнее пико, которое свободно. И вот с этим крайним пико, столбиком с двумя накидами, мы и будем соединять. То есть вяжем 10 воздушных петель и соединяем столбиком с двумя накидами. Крайнее пико. Далее вяжем 10 воздушных петель и соединяем с началом нашего полумотива, с началом крайнего ряда, видите? Десять воздушных петель, и мы соединяем просто с середины нашего полумотива, с кольцом. Десять воздушных петель также соединяем с началом последнего ряда нашего полумотива. 10 воздушных петель и делаем столбик с двумя накидами в крайнее пико у того веера, который занят у нас и соединен с малым полумотивом. 10 воздушных петель вяжем и соединяем с 1, 2, 3 наших. Как я уже сказала, этот ряд у нас состоит из 10 воздушных петель. Чтобы вам было более понятно, особенно как вязать уголок, я покажу на отдельном вот таком мотиве, как вязать. Итак, для начала переводим крючок в пико, который у нас посередине. Поглядите, вот в это пико. Переводить можно полустолбиками. Теперь делаем 10 воздушных петель. Так, где у нас ниточка? Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. И соединяем со следующим пико, также который находится у нас посередине. Вот. Снова делаем 10 воздушных петель. И также соединяем с
Спеко. Снова делаем 10 воздушных петель. Девять, десять. Поглядите, мы соединили 1, 2, 3. 3 раза посередине, да, у каждого веера. Теперь мы будем уже соединять не столбиками без накида, как мы соединяли тут, а столбиком с одним накидом. И соединяем не с пико, который находится посередине, а с ближним крайним пико. Делаем накид. Заводим крючок в пико и вяжем столбик с одним накидом. Вот. Теперь снова делаем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вяжем уголок у нашей скатерти. Этот уголок состоит из скрещенных столбиков с 2 накидами. Для этого делаем 4 накида на крючок. 1, 2, 3, 4. Следите, чтобы накиды были тугие. И теперь вяжем в ближайший, вот смотрите, мы крайний связали, а теперь посередине в ближайший вяжем столбик с 2 накидами. Мы просто провязываем 2 накида, видите, 1, 2. Снова делаем 2 накида на крючок. Теперь следующий веер и посередине центральное пико, заводим крючок и провязываем снова 2 накида, которые мы только что сделали. Вот что получается. Теперь делаем 2 петельки, соединяем одной. На крючке у нас сейчас также 2 накида. 1, 2. Их провязываем до конца. Вот что получается, посмотрите. Делаем еще 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в это же место, где мы, у нас где соединение, видите, мы делаем столбик с 2 накидами. Прям вот в середину. 1, 2. Заканчиваем столбик. Делаем 10 воздушных петель еще раз. И вяжем в крайний пико столбик с одним накидом. Десять воздушных петель. И вяжем следующий веер в середину, в среднее пико, столбик без накида. Итак, вот что у нас получается. Ну, дальше, соответственно, также мы 3 раза вяжем по 10 по цепочке с 10 воздушных петель, соединяем и так далее. Смысл был в том, чтобы показать вам, как вяжется у нас уголок. Надеюсь, понятно. Еще раз говорю, в крайний пико мы вяжем столбик с одним накидом. Далее делаем 10 воздушных петель и вяжем скрещенные столбики с 2 накидами. И они будут соединяться с центральными пико, вот эти 2 веера, центральное пико. Я надеюсь, что здесь все понятно, как я связала, как объяснила. Если вопросы будут, обязательно задавайте в комментариях, я на все отвечу. Итак, мы вяжем по кругу, даже не по кругу, у нас скатерть квадратная, по периметру.
Вот когда вы этот ряд полностью довяжете, приступаем к новому ряду. Вы вяжете по периметру. Я, чтобы время не занимать, разверну. До конца не буду вязать. Разверну и покажу, как вязать новый ряд в обратную сторону. Вот у нас крючок сейчас соединение с пико. Теперь мы заводим его под нашу цепочку из воздушных петель, захватываем нить и вяжем столбик без накида. Далее под этой же цепочкой из воздушных петель мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. Делаем накид и под этой же цепочкой вяжем еще 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Видите? 5 столбиков с одним накидом. Делаем снова пико из 3 воздушных петель. И снова 5 столбиков с одним накидом. Пять столбиков мы провязали. Заканчиваем столбиком без накида. Так. Вот. И вот это мы будем вязать, вот такой элемент, под каждую цепочку из воздушных петель. Сначала мы вяжем столбик без накида, далее 5 столбиков с одним накидом, пико, 5 столбиков с одним накидом и столбик без накида. Столбик без накида, 5 столбиков с одним накидом, пико, снова 5 столбиков с одним накидом и столбик без накида. Так вяжем по всему периметру нашей скатерти. Так, вот 5 столбиков с накидом связала, вяжу пико, еще 5 столбиков с одним накидом и столбик без накида. Четыре, пять, столбик без накида. И перехожу на новую цепочку из воздушных петель. Уголки, вот здесь, где у нас скрещенные столбики, точно так же вязать. Точно так же, ничто не меняя. Столбик без накида, 5 столбиков с одним накидом, пико, 5 столбиков с одним накидом, столбик без накида. Вот так надо вязать по всему периметру нашей скатерти. Вот что у вас должно получиться. Поглядите, я вот уголок связала специально. Надеюсь, видно. Ну что, вяжем новый ряд. Он будет состоять у нас из столбиков с одним накидом и воздушных петель. В местах между вот нашими такими клиньями будет находиться столбик с одним накидом. А в вершине, в том месте, где у нас пико, будет находиться у нас столбик без накида. Соединять. Поэтому сейчас вот здесь, в этом месте, где у нас конец клинишка, да, нашего, мы начинаем вязать. Делаем 3 воздушные петли для подъема. Теперь делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вы вяжете по периметру. Я разворачиваю мотив, вяжу в обратную сторону. Соединяем столбиком без накида с пико. Далее делаем 5 воздушных петель. И делаем столбик с одним накидом между нашими клиньями. Поглядите, что получается. Теперь делаем 5 воздушных петель.
соединяем с пико столбиком без накида и 5 воздушных петель, столбик с одним накидом между пико. Так продолжаем вязать до угла нашего и в углу немножко иначе вязать, я потом покажу. А сейчас вяжем вот такой ряд. Вот мы с вами дошли до нашего уголка. Видите? Сейчас мы вяжем 5 воздушных петель. И теперь вершину нашего уголка вяжем 3 столбика с одним накидом. Три воздушные петли. Это все в одно пико. И 3 столбика с одним накидом. Поглядите, что получается. И далее вяжем, как и раньше, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Между клинушками нашими столбик с одним накидом. 5 воздушных петель. И в вершину делаем столбик с одним накидом. Столбик без накида. Вот. И так вяжем до конца, до следующего уголка. 5 воздушных петель, столбик без накида, 5 воздушных петель, столбик с одним накидом, 5 воздушных петель, вяжем уголок. Это 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. И вяжем в обратную сторону. Вот это у нас такой ряд. Давайте довяжем самостоятельно. И там уже будем вязать с вами новый ряд.